Ленточку торжественно перерезают глава города Константин Светлаков и курсант центра «Каскад» Михаил Юдин. До этого момента в городе не было ни одной военно-спортивной полосы препятствий для подготовки к соревнованиям, да и в целом к службе в армии. Я много смотрел про армию всяких видео-шоу там. И она очень похожа на армейскую полосу препятствий. Тоже надо на скорость бегать, прыгать, скакать. Первым после открытия удостоился чести протестировать полосу препятствий десантник, а ныне педагог центра «Каскад» Артем Попов. Он показал курсантам, как правильно проходить этапы. Лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, разрушенная лестница, стенка с двумя проломами. Теперь у нас будет развитие более качественное. И просто элемент, вот полоса препятствий, она в принципе включена уже в зорницу краевую, и тренироваться негде было ребятам, и поэтому на этих этапах у нас были такие, ну, небольшие как бы погрешности, и поэтому сейчас у нас в принципе это все воздастся, и мы будем показывать более уверенно себя на краевых соревнованиях и достойно представлять свой город. Полосу открыли в центре «Каскад» по Веры Бирюковой, 9. Проект реализуется по инициативе горожан в рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования. Доля краевых средств составляет 90%. Город добавил недостающую часть. Полоса нужна для того, чтобы наши ребята развивались сильными, выносливыми, координированными, чтобы могли готовить себя к службе к армии, защите Родины, ну и вообще постоять за себя, за своих близких. После открытия полосы провели также соревнования, а воспитанники секции рукопашного боя показали свои самые зрелищные приемы. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.